Так, тихо, давайте расскажу о нашем номере. Ладно, когда мы сюда заехали, тут не было кровати для Ростислава. Но нам ее принесли, когда мы попросили. На второй день тут сломался замок. Мы 3 раза ходили, меняли карточки, но оказалось, что это в замке батарейки сели. Поэтому карточки не работали. Ладно, вчера нам замок починили. Но зато заменили одеяло. Вместо 2 отдельных нам засунули почему-то 1. Наверное, думали, что мы будем этому очень рады. Я написала записку им. Пожалуйста, принесите 2 одеяла. Положила эту записку вот сюда на покрывало. Смотрите, они нам принесли 2 одеяла. Еще. То есть они нам оставили вот сюда 1 одеяло. И принесли нам еще 2 одеяла. Нету шторки вот здесь. Должна быть шторочка висеть, а ее нету. Поэтому вся вода льется благополучно. Вот отсюда, вот сюда. Кажется, на этом все. Но так классный отель, все очень беленькое, чистенькое.